О чем будет сегодняшнее видео? Нагреваем одну стамесочку, к пальцу к себе приложишь молоток и паяльную лампу. Зато не будете париться. Зафиксировали. Друзья, всем привет! С вами Денис на связи и канал Мастерская КТЗ, ну или Николаевич КТЗ в дальнейшем переименую. О чем будет сегодняшнее видео? В сегодняшнем видео я вам предложу три варианта возможной установки колес для мини-трактора, для мотоблока, ну и что можно купить, а что можно собрать самому. Более детально в конце видео я покажу информацию по ценам, размерности, поэтому кому не терпится, мотайте вперед, кому не интересно, мотайте с канала. Погнали! Так, первое место в нашем фит-параде резины. Я сюда поставил обычную резину, вазовская обычная резина, которую, я думаю, можно найти у каждого, либо в гараже, либо у соседа в гараже, либо где-то на заваленке, так как практически у всех есть автомобили. Вазовскую резину берем или летнюю, или зимнюю. Зимняя наиболее приемлемый вариант, летняя, ну это уж совсем, если нечего поставить. У летней, понятно, огромный минус в том, что у нее практически нет грунтозацепа. Она гладкая, а если еще зимой эксплуатируем, то она еще и дубеет. Это самый последний вариант, который, наверное, стоит использовать. Ну и зимняя резина поинтересней, она по составу помягче. Так как мы ездим в мягких почвах, где-то в огороде, то этот грунтозацеп, соответственно, если какой-то дождик, он быстро забивается, и все свойства его теряются, так называемый эффект замыливания происходит, и на этом все. Как улучшает в данном случае характеристики проходимости? Это дополнительно нужно добавить вес на мотоблок, либо на мини-трактор. На мотоблок это берем блины в колеса ставим, либо клюв мотоблока завешиваем, либо еще как-то дополнительный вес придаем мотоблоку, тогда давление на почву больше, соответственно, прокручивание будет меньше, проскальзывания. Данный вариант с резиной, он наиболее бюджетный. Опять же, повторюсь, либо у себя дома найти можно, либо прийти в шиномонтаж, либо на Авито и купить там за 1-2 тысячи рублей эти покрышки, вставить камеры, накачать, и можно уже эксплуатировать. Но несет он определенно свои минусы, потому что данная резина, она не предназначена для сельхозработ. На второе место я поставил такой вариант, как доработка резины зимней. То есть, что мы можем сделать? Мы можем взять зимнюю резину с ярко выраженным протектором и ее доработать. Вырезать лишние элементы протектора, тем самым сделать более ярко выраженный грунтозацеп. Процесс доработки можно сделать тремя способами. Первый способ. Мы берем стамеску и молоток, а лучше две стамески, молоток и паяльную лампу. Нагреваем одну стамесочку, ей вырезаем. Вторую стамесочку нагреваем и ей тоже вырезаем. Так будет помягче, если что, молоточком где-то подстукиваем. Но все равно это процесс трудозатратный. Плюс открытый огонь, что определенные риски вызывает. Оставляем его так, как есть. Вот он в таком виде. Второй способ. Второй способ, он требует нам дрелки, либо шуруповерта и корончатого сверла. И непосредственно корончатым сверлом мы просто вырезаем лишние элементы протектора, тем самым создавая нужную форму грунтозацепа. Вариант довольно-таки менее трудозатратный, он побыстрее, полегче. Третий способ, он самый продвинутый, третий способ при помощи регрувера. Регрувер это такое приспособление, оно напоминает мне выжигатель в детстве. Раньше в садиках все, наверное, сталкивались либо в школе с выжигателем. То есть есть какой-то электронный блок, есть рукоятка с жалом, которое раскалено. Так вот, принцип регрувера, он точно такой же. Причем регруверы бывают разные. Это довольно-таки, скажем так, затратный способ, но в то же время он самый быстрый и, ну, он самый быстрый, остановимся на этом. Регруверы по стоимости варьируются от 10 до 30 тысяч. Если собирать самому, я думаю, можно вложиться в порядка в 2000 рублей. Принцип действия регрувера, повторюсь, что это как выжигатель, то есть жалом. Жало у нас раскаляется, и при помощи этого раскаленного жала мы просто вырезаем ненужные элементы протектора, создавая, соответственно, тем самым что? Правильную форму грунтозацепа. Какие минусы у этого способа? Он финансово затратный. То есть, в принципе, если вы планируете серийно этим заниматься, тогда да, тогда можно либо собрать самому, потратиться, разобраться в схеме и собрать самому регрувер ручной, либо приобрести заводской регрувер. Но это только при условии какой-то серийности, да? Когда вы для себя пытаетесь изготовить там 2-4 колеса, вам эта история совершенно не подходит. Это не про вас.
Наиболее мне импонирует именно способ второй, где мы берем дрелку либо шуруповерт и просто высверливаем. Он наиболее быстрый и наименее затратный по времени, по трудоемкости и по какому-то оборудованию. В принципе, корончатое сверло стоит копейки, дрель, я думаю, есть практически у каждого в семье, тут сложности не возникает. По первому способу стамеской, это самый трудозатратный способ, и мне он совершенно не нравится, возиться вот с этими калеными стамесками, еще мало ли куда-нибудь к пальцу к себе приложишь, к телу будет совсем неприятно. Третье место. На третье место я поставил резины сельхозшины, резина от производителя, то есть заводская, с направленным протектором, самоочищающимся протектором, это елка, обычная заводская елка. Сейчас мы с вами пробежимся по радиусам, какие радиусы часто используют и на какие хотелось бы обратить внимание. Первое, начнем с 10 радиуса, это обычная резина для мотоблока, размерность 4х10. У большинства мотоблоков используются, у средних мотоблоков используется именно такая. Ярким представителем является мотоблок Нива, АК, Каскад. Ну, вот такой формации, поняли, да? Собственно, здесь у нас два представителя, это Россия и Китай. Китайскую резину мы на своем опыте, я вам скажу, что мы использовали ее на протяжении 5 лет, мы устанавливали ее на свои адаптеры и столкнулись с определенными, скажем так, нежданчиками такими. Китайская резина, она сама по себе такого глянцевого цвета, сам протектор. И, ну, естественно, написано 4х8 Made in China. Так вот, минус в том, что по составу эта резина довольно-таки твердая. В ней очень большое содержание пластмассы. И когда мы ее накачиваем, либо перекачиваем, либо в хорошую нагрузку даем, есть шанс, что она просто порвется. На некоторых шинах мы замечали, на некоторых покрышках мы замечали такой момент, что сам протектор, то есть елочка, вот этот вот, прям здоровый грунтозацеп, он внутри полый, то есть не залитый. Это таким образом отлита вот эта покрышка, не совсем правильно. Естественно, по мере износа грунтозацепа она просто начнет спускать. Ну, качество, в общем-то, так себе. Да, они дешевые, в сборе стоят порядка 1600 колесо вместе с диском. Наверное, привлекать может только это. Но я бы вам предложил остановить свое внимание непосредственно на Петрошине. Размерность тоже 4х10. По модификации вроде L360. Она устанавливалась очень продолжительное время на мотоблоке Нива. Буквально последний год-два они почему-то от нее отказались и стали устанавливать вот эту же китайскую резину дубовую, которая одноразовая. И причем этой одноразовой китайской резины неизвестно, насколько хватит на месяц, либо на год, непонятно. По Петрошине, как раз повторюсь, что устанавливалась на мотоблоке Нива. Это проверенная временем резина. Она по консистенции качественная, хорошая. У нас на тракторе, на передней балке она уже стоит порядка 4 лет и вполне себе служит и служит. То есть протектор уже практически износился, а она до сих пор в хорошем, скажем так, состоянии, то есть ни разу не подводила. Петрошина по стоимости выходит порядка 2400-2300, цены примерные. Это за, только за одну покрышку. То есть если китайское у нас колесо в сборе стоит, то есть резина, камера и диск стоят 1600, то петрошина стоит, по-моему, с камерой, камера-покрышка, без диска, 2300, 2400. Но оно того стоит, это однозначно. Два колеса выходят порядка 5000 рублей, две покрышки. Зато не будете париться. С Китаем это скупой платит дважды. 13 радиус. Это самый, наверное, один из ходовых радиусов. Следующий уже только 16, но о нем поговорим чуть позже. 13 радиус позволяет нам использовать вазовские диски, что, естественно, очень доступно. В принципе, в гараже у каждого они есть. Вазовские диски, посадка, соответственно, тоже понятна, 4х98. Под это просто точатся отдельные фланцы, и все без проблем устанавливается на мотоблок. Ну и понятно, если мы собираем какой-то мини-трактор, то мосты используем вазовские, и с дисками проблем совершенно не возникает. Поэтому здесь мы рассмотрим два производителя, также Россия и Турция. Россия — это Белшина 219, размерность у нее 210х75, радиус 13. Рекомендуемый обод на эту резину у нас R13, наружный диаметр 620, ширина профиля 210, максимальная нагрузка 230 кг, ну и глубина протектора шины 20 мм. По стоимости данная покрышка
Белшина 219 выходит 5400 за 1 единицу. Следующий представитель шины радиуса R13 это у нас Турция. По Турции можно выделить два наиболее частых, скажем так, производителя. Это Оска и Пелтас. Так, по резине. Наружный диаметр 640, ширина профиля чуть поменьше, чем у Белшины на 170. Максимальная нагрузка 475 это Оски килограмм и у Пелтаса 670 килограмм. По стоимости турецкая резина чуть подешевле, чем Белшина, выходит порядка 4600 за единицу в среднем. Довольно-таки проверена временем резина, многие самодельщики как раз устанавливают данную резину на свои мини-трактора и на прокачанные мотоблоки. Так, следующий самый ходовой радиус, это у нас радиус R16. Здесь у нас также есть несколько представителей, естественно, это Россия и Турция. Ну что, давайте начнем по порядку. Первое у нас это Белшина F122, размерность 155 на 75, по условности 4 слоя, наружный диаметр 700, по ширине довольно-таки узкие шины 154 мм с максимальной нагрузкой на 1 единицу 350 кг, глубина протектора 22 мм. По стоимости данная резина выходит в 5700. Следующая шина F-Bill 253M, размер 205 на 75, 2 слоя, наружный диаметр 700, ширина профиля пошире, чем у 122, это 205 мм. Максимальная нагрузка 350 кг и глубина протектора 19 мм. По стоимости это 6200 за единицу товара. Следующая шина это шина Nortec, это Алтай шина, маркировка TS01, размерность 7,5L на 16, есть двухслойные и четырехслойные. Наружный диаметр 700, ширина профиля 205, максимальная нагрузка 350 у двухслойных и 730 кг у четырехслойных покрышек. Глубина протектора 20 мм, по стоимости соответственно 5700 и 6000 рублей. Про резину Nortec хочу в свою очередь сказать, что довольно-таки интересная резина. Она у нас установлена уже на двух мини-тракторах. На нашем, который с Куном мини-тракторок, установлена эта резина. И у моего брата он собирает еще один мини-трактор. До этого у нас стояла резина обычная Нивовская. Зимой трактор у нас буксовал с плугом, когда мы ехали, он также буксовал, потому что недостаточно было сцепления. Двухкорпусный плуг теперь тянет без проблем. До этого с одним корпусом у нас возникали сложности, трактор буксовал. Так, ну и следующая резина, это резина Оска в двух вариантах. Первый вариант это Оска, размерность 6.0 на 16, по миллиметрам это 165 на 16, аналог Белшины F122. По слойности 6 слоев. Диски, соответственно, ниловские, наружный диаметр 730, ширина профиля 165. Максимальная нагрузка поинтереснее, практически в два раза, чем у белой шины. Это 560 кг, ну и вес 10 кг. По стоимости 4900. Напомню, что белая шина стоит 5700. Второй вариант Оски – это 6,5 размерность на 16. Соответственно, диаметр уже идет 750 мм, ширина 175, максимальная нагрузка посерьезнее, так как слойность все-таки 8 слоев вместо 6, это 670 кг, глубина рисунка, протектор 22 мм и по стоимости 5800. Так, друзья, какой вывод из всего из этого можно сделать? Конечно же, решение за вами. На мое усмотрение всех трех мест из трех вариантов я бы предпочел просто купить заводскую резину. У нас на тракторах везде стоит резина заводская, сельхозшина с протектором елочкой. По стоимости выходит там порядка 10 тысяч рублей. Вполне хорошее вложение, которое точно себя оправдает. Под видео в ссылочках я прикреплю сайт, на котором я покупал резину. Друзья, напомню, что наши видео теперь будут больше идти именно в таком формате, где я буду исследовать какую-то тему и постараться максимально ее раскрывать. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, предложения касаемо какой-то темы, что-то вы хотите сделать и не можете, либо что-то хотите выбрать и не знаете как, пишите мне, если мне это будет интересно, я постараюсь подобрать информацию, исследовать этот вопрос и раскрыть его непосредственно в видео. На этом все. Оставляйте свои комментарии. Задавайте вопросы, пишите, кто как выходит из данной ситуации, кто какую резину использует и почему. Обязательно подписывайтесь на наш канал,
ставьте колокольчик, ставьте лайки. Все, друзья, всем пока-пока.